Карибские острова вслед за ураганом Ирма захлестнула волна мародерства и насилия. По словам жителей острова Сен-Мартен, по улицам бродят люди, вооруженные мачете. Злоумышленники грабят магазины и дома. Отмечу, Сен-Мартен входит в состав двух государств. Северная часть острова принадлежит Франции, а южная – Нидерландам. После урагана Ирма из 80 тысяч местных жителей большинство лишились крова. Накануне Нидерланды направили на остров группы военных. Они доставят необходимую помощь населению и будут обеспечивать безопасность. Между тем, на Сен-Мартене готовятся к новому стихийному бедствию. К Карибскому бассейну приближается еще один сильный ураган – Хосе.